Здравствуйте, господа и дамы, с вами Seven Final Fantasy 15, и мы возвращаемся с вами, к главному квесту. В общем-то, идем, говорит Сирис, и у нас точка невозврата своего рода. Если вы пойдете дальше, то вернуться в течение некоторого времени будет нельзя. Продолжить, да. Ну, с богом. Сетро. Кто поведет? Естественно. Так, они поехали сами. О, даже этому зло включилось, смотри-ка. Оно никогда не играло еще в этой игре, кстати. あ、形がオートっぽいよね。すごいよね。兄さん、いるのに5人乗れるし。ね、外の車って乗った?狭いんだよ。うん、乗ってない。荷物積んだら人が乗れないの。だから送ってもらってるんだけど。あ、パッサンとかで。あ、パッサンとかで。あ、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 あ
Волосня, смотри, какая проработанная. У этих-то боковых наших понятно. То есть она такая вся иголистая, типично финалковская. Но вот по девчачьей волосне прям видно, насколько на самом деле хорошие волосы. Ты специально это делаешь, да? Хазу? Соину-квашино? Джаретто-кара-осуатте-танда. Все такие замолчали дружно. Игнис, 運転 ありがとう. Я. 他の人は運転できないの? できるよ. 俺もできる. 運転ができるやつはいる. が 確実に任せられんのは一人だけだ。 なんで? やばいの? やばかねえよ。 なあ? うん。 でもこういう時はお兄さん 絶対確実な方を取るんだよね。 Да ладно, Нокс неплохо водит, это видно по трейлеру Омен. Он прекрасно водит, он очень внимателен за рулем. О чем вы вообще? Кюкешнактига. Хеки. Манака, скалеру дешо. Рампута-то каваттейзо. Найджоб, кайтекидайо. Скалета райтекре. Ну и улыбится такой, смотри, самодовольная такая улыбка была сейчас. Забавно. Здесь это получается сейчас куда мы... Ой, я даже карту не могу открыть, слушай, прикинь. Здесь, если бы у нас во время этого задания бензин закончился, такое вообще возможно? Да ты что? Да ну идите в жопу со своим стелсом. Нет, это не та игра, в которой я могу по стелсу что-то делать. Тут неудобный стелс. Ну не, он нормальный, но... Икуцмурика, Нокто. Джаретто но катаки о торитай. Таркотто но тамени мо не. А, то есть вот так вот, да? Ирис, омай ва коко де маттеро. То есть они просто увидели... Я пош... Мы пошли мочить, Ирис. Подожди здесь, пожалуйста. Нокто. Скоши теки но джоухо о сейри читай. Ичидо. Ано киши но чикак де саксэй о неро. Ну и как ты предлагаешь это сделать? А, вот, еще одна крепость. Короче, еще один стол. Слушай, я предлагаю просто зайти и размажить им черепах. Да кого они там позовут? Даже если они кого-то позовут, я предлагаю мочить всех. Серьезно, задрали. Вот именно. Ноктис, он, знаете,
воинственный такой чувачок у нас. Я, конечно, понимаю, что я могу вызвать Чокоба, но мне почему-то хочется пробежать. Хотя, по-моему, это была плохая идея. Я реально буду долго бежать. Хотя хотелось бы, конечно. Здравствуй. Ну куда ты? Ну куда ты? Ну стой. Сорьяна. Ма, аяко уварасете модорозу. Сейчас разберемся. Ну, видимо, вот эти все крепости, они будут чисто сюжетными. На самом деле, хорошо, что они чисто сюжетные. Я надеюсь, так и останется. То есть, не просто дают, вот вам крепости, идите, ломайте их. Вот нет вот этого дерьма. То есть, все обусловлено. То есть, вот мы ехали мимо, увидели, поняли, что нам надо туда. И мы пошли. Что такое? Так, так, Чукова туда не хочет. Что, в принципе, понятно. Так, а мне как-то через какую щель протиснуться туда или что? Или прям через главные ворота пойдем? Классный у вас забор, слушайте. И ворота такие нужные. Мне кажется, мы немножко, да, привлекаем внимание. Отскарисан. Так, как там мы это делали-то? Так, ты стоишь задом или передом, не могу понять. Что-то как-то мы совсем беспалевно бежим, они, по-моему, нас заметили. Смотрите, форт. Ты я-то с радостью... Может, я вообще не с той стороны зашла, слушай. Ну не, он мне прям внутрь показывает. Я бы его с радостью осмотрела, но они меня палят издалека уже. Может, замочим их, а? Чем мы церемонимся вообще? Дяденьки! Первый. Ну, у тебя... Ну, сейчас уже можно аккуратненько в обход. Хотя там еще один урод, которого... Их трое даже. Нахрен всех вообще. И плевать, что у них есть семьи, дети и жены. Так, хорошо. Как бы мне так обогнуть-то? Я вообще не очень понимаю, честно говоря, куда мне идти. То есть мне как бы показывают. Но это немножко не вяжется с моим заданием. Это больше похоже не на осмотр, а просто на бег. Хотя, возможно, мне так и надо сделать. Здравствуйте, машинка. Нормуль. До свиданица. Вот пальцы об асфальт. Так. Ну вот, в общем-то, и вход. Вперед поднажмем. Ну, ладно, сейчас день, я не думаю, что будет стелс. Но я очень на это надеюсь. Потому что ночью, например, вообще непонятно, куда тебе показывают, где эти, например, орудия, убийства. Здравствуйте. Вы там как все? Молодцы. Да, сугино саксанва. Тейкокугун но джуншоу во торайо. Мадохэй даке дева кири га най. Джоухоу о эру таме ни мо ниген о айти ни субеки да. Но это жестокий. Конкай ва втате ни вакареру. Промпто то градио ва теки но ёдо о танаму. Лёкай.
そういうのだったら任せて。ノクト、準備はいいか。Ну а что, выбор есть, что ли, начать проникновение? Да? А что, у меня есть... А куда мне деваться-то? На машине-то я никуда уехать не могу. Куда мне идти, что мне делать-то? Летающий форт Воллери один из... Еще один триумф имперских технологий. Ноктис и его друзей это не остановит. Они полны решимости, рискуя жизнью, проникнуть внутрь и отомстить за Джареда. Докопались вот до старика. Вот, блин. Простите. Я просто зайду и всех выгашу. Вот честно слово. Опять ночь? Калигу. Еще какой-то. Что за походка? Ты наложил, что ли, куда-то там? Прям идем? Если вы заметите... Ага, понятно. Так, а можно как-то посмотреть за это самое? У него, кстати, такая же форма, как у Локи, и они вообще очень похожи, мне кажется, это его папани. Не удивлюсь. Так, лучше идти за Игни, сам он знает, что он делает. Можно его как-то вот это взвалить? Рановато, наверное, да? Бежать. Ты дурак, не пугай меня. Игнис, ты как бы это самое, ты бы пошел куда-нибудь и хоть бы поняла, в какую сторону идти. А, я не очень понимаю, где он стоит, если честно. Я бы с радостью, но вдруг их там много. Мне кажется, лучше обойти. Так... Что-то я как-то обойти вот здесь, с этой стороны. Ой, кто? Где? Так, что-то не поняла. А кто? А где? Я думала только сбоку, а кто-то сверху оказался. Блин, вот их реально их не видно просто. Ты их, и их не пропалишь. Они стоят там где-то за этими... Как сказать-то, господи? Как сказать, за арматуринами, за этими, не знаю, как. Короче, вы поняли, да? Прямо отсюда, боже мой. С самого начала, прикинь. Может, меня тот заметил, которого надо было убить еще там? Так, ну этого я пока трогать не буду. Может, еще сверху смотреть за ними? Хотя тоже рискованно, конечно. Я говорю, вот как бы сам стелс, он несложный, но из-за того, что ты их не видишь, просто тупо. Это, конечно, проблемно. Хоть по лестнице реально сверху иди. Я сейчас попробую через вот этого. Не знаю, я смогу к нему телепортнуться и грохнуть его. Наверное, это он меня заметил, да? Хотя, может, там тоже где-то наверху стоит какой-нибудь уродец, вот прям там. Давай попробуем. Так. Еще кто-нибудь тут такой есть? Тихо. Там вот стоит внизу. Если он меня увидит, нет? Черт кто знает. Вообще, конечно, хрен простышь. Я предлагаю подождать, пока они уйдут, телепортироваться туда и телепортироваться туда на него сверху. Я думаю, он помрет от этого. Я очень на это надеюсь. デスタルムでは気が流行ってついどこぞの執事を手にかけてしまいましたが
あの傭兵上がりに先を越される前にこのカリモが見つけ出さない。Прости, мужик, прощай, мужик. Хорошая ли идея телепортироваться туда? Вариантов как-то не особо. Так, они прям так стоят, не очень удачно. Я стою не очень удачно, прям все не очень удачно. Прям все плохо. А могу сразу туда, слушай. В принципе, могу, главное не двигаться, наверное. Они просто, видите, как стоят неудобно. Я лучше дождусь, когда они туда уйдут, и вот телепортнусь туда, и буду надеяться, что меня не заметят. Ой, сердце что-то колотится, вообще пипец. Мне кажется, если я вообще хоть как-то пошевелюсь, меня увидят. Я просто не знаю, как тут работает замечание. То есть заметят меня, не заметят. Вроде не видят. Слепошары, уроды. Не то, чтобы я была против. Тут дура прям рядом. А где Игнис? Я лучше вообще шевелиться не буду лишний раз. Сказала Сева, но пошевелилась. Хайвин? Хайвин, да, точно. Так, ну... Типа я проследила, я все такая молодец. Сейчас он отойдет чуть-чуть. Говна кусок. Давай-давай, иди. Куда-нибудь. Так, он один, кстати. Где Игнис, черт возьми? Почему я одна здесь? Меня это пугает немножко. Да я бы с радостью. Ну ладно. Ох, ты ж ёперный театр, что это? Мне почему-то так ощущение, что мы не сможем. Прям здесь встретитесь. Чё, прям бежать назад? Очень чё-то сомневаюсь, что мне это получится. Чё-то... А, ну просто, ну, с боем, короче, вернуться назад, понятно. Все ясно. Слушай. Подожди, какие нахрен? Ну-ка. Братва? Братва? Да куда ж ты мне показываешь-то? Здрасте. Пацаны, привет. Мы не виделись. У меня тут стелс был. Не повторяйте моих ошибок. Вот я сейчас зря сделала, на самом деле. Нужно отрубить. Нет, нельзя. О, выключился сам. Молодец. Хорошо, это отлично, потому что сейчас... Так. Хочу! Делаю! Пытаюсь. Так, что-то не работает. Обычный удар нужно... Эй, я ж пытаюсь. Нет, только через вот так. Да сдохни тоже, господи. Все? Нет еще, да. そっちの作戦は成功したようだな。あの帝国軍のおっさんはメール出し用の人間に引き渡したんだが、逃げられてしまったらしい。じゃあもう一回くらい会うかもな。ちょっと、パツタワーとかイグニス。 Передал пленникам. Что? Нестабильный стабилизатор. И чё? Вернитесь, Кэрис. Что, вот так просто? Могу с тобой что-то? А может его можно было просто уничтожить вручную? То есть не надо было его долбить вот так. Так, и сейчас я опять буду тупить с выходом, да? Я, кстати, ничего сейчас не могу сделать. Подозреваю, сейчас будет кое-что. Да.
Хайвинд. Это можно, овечка, 26 уровня. Разошлись, я хочу сама ее завалить. Ты кого, блин, пугаешь-то тут? Ворачивайся, тварь. Пошла нахрен. Знаешь что? На всякий случай. Саски, он сказал? Где ты? Так, минуточку. Ну-ка, случись. Маленькая всякая фигня тут повылазила. Так, наверх. Где ты, женщина? По щам-то получить неприятненько, да? Так, да? Падай. О. Ну, чё-чё? Не, ну битва с ней, конечно, эпично выглядела, да, согласитесь? Офигенно. Это было классно. Не, очень мне понравилась эта битва в воздухе. Прям так кинематографично. И, блин, вообще класс! Я очень хотела с ней подраться, потому что трейлеры... Точнее, она начала мелькать в трейлерах примерно с 2012 года. Если мне не изменяет память. Может быть, даже чуть-чуть раньше. Ну, и, в общем... Очень-очень хотелось. Многие, кстати, думали по первости, что это Луна, ну, которая раньше была Стеллой, но разработчики говорили то, что нет-нет-нет, это другой персонаж, совершенно другой, ла-ла-ла. Это Драгунша. Что за музло неприятное? Кошмар сейчас опять будет. Ну, нет. Время, кстати, быстро мы решили. Приемы, черт с ним, атака. Приемы, я поняла, это не именно то, как я там дерусь и махаю мечами, это именно вот эти приемы, которые вот, по моим персонажам, а не мои личные движения. Шикарно. Отличный кадр. Ну, конечно, просто. さすがにそこまでは無理だよ。え、本当に？очень эпично выглядит. Слушай, я хочу кадры с битвы с этой женщинкой. Я уже вижу их, я уже их хочу. Вот они. Да ладно, она просто ха-ха и все, они ух ты там ла-ла-ла-ла. Доброе, доброе лицо. Ну, я думаю, хватит.
Ну или вот это может быть еще сохранить. Не, ну мне прям очень понравилось с ней биться. Я прям, серьезно, вот с тех пор, как ее первый раз показали, там несколько лет назад, очень хотелось с ней подраться. И это наконец случилось, и это было классно. Я не разочарована. Жалко, конечно, что она так, ну, быстро отвалилась. Ну, мы прокачаны. Слушай, там какое-то задание. А, это же жаболовка. Я ее теперь буду так называть. Здрасте. Снова. さっさとサニアのとこまで届けようぜ。 Гигантажа? И все? Слава богу, господи. А! Ха-ха-ха! Какая прелесть, господи. Нокто, аре мите минейка? Ну что? Чё? Только в нашем магазине, только у нас настоящий шашлык по-клински. Ну, конечно, он же любит у нас шашлыки. Такого нигде не найдешь. Так, женщина. Да. Силы мысли. О, нифига себе. Слушай, женщина, мне нравится выполнять твои задания столько опыта за одну... за одну фигню. Ну, вообще, я бы не против за такое количество опыта. Так, подожди минутку. Сейчас мы обязательно сейчас поедем, но сокровища надо подобрать. Немного надо воздухом подышать после этого вонючего... вонючий затхлой... базы. Чё, ты с нами, что ли, бегаешь? Да, она с нами бегает. Я думаю, ладно, там останется. Она мне, кстати, чем-то напоминает Эшли из Resident Evil 4. У нее юбка, может, потому что скошенная слегка. Ну и японцы, девочек всегда такими какими-то изображены. Волосы тоже короткие. Ну, как-то, не знаю, ассоциируется. Не знаю, почему. Хотя нет, я только что сказала, почему. Эх, женский мозг, что ты делаешь? Так, может быть, купить действительно что-нибудь, пока мы тут. Кстати, продлить бы, чтобы потом не закончилось в неподходящий момент. Ой. Так, покушать, конечно, можно, но не знаю, надо ли. Расти. Или вам туда же. А, одессити, наклейки, это все есть. Давай парочку приобретем. На будущее. Ну, чуть-чуть. Так, ультразелье пора докупать. Эликсиры, в принципе, пока хватает. Пух. Лучше иметь про запас. Противоядие. Вот почему у него не продается, кстати, каких-нибудь других вещей, помимо противоядия? То есть почему вот в этих стандартных магазинах? А если мне приспичит, я не знаю, что-нибудь? Еще там золотую иглу какую-нибудь, например, которая мне нужна с некромантами. Хотя, мне кажется, этот арсенал предметов мы получим... Кстати, надо бы отдохнуть. Мне кажется, мы этот арсенал получим на новой локации. Может быть, кстати, в этом самом... Вальтиси. Надеюсь, ее не убьют. Вообще не должны, казалось бы. Вот наши-то точно все полягут. И Асадана. Когда к делу подключается Табата. Так, где моя мафынка? Доброе утро. Владио. Давай, го. Эй.
Ты здороваться не будешь, да? У тебя сегодня плохое настроение. Мы, кстати, приехали, до меня только сейчас зашло. Или нет, мы ни хрена не приехали. Так, мы вот, вот сюда садимся. Пусть Игнис ведет машину. Ну а что, я буду что-то это делать? Одну кнопку зажимать ради чего? Чтобы ехать по прямой? Пускай Игнис ведет. Прощай, база, которую мы разрушили. Я, кстати, знаете, почему что-то так подумала? Мне, кстати, кажется, что она родственница кого-то из имеющихся у нас персонажей. Возможно, она родственница императора какая-то там дальняя. Возможно, вообще не удивлюсь, если она родственница Гентианы какая-нибудь далекая. И получается, если Гентиана, например, наша мама, что, ну, не знаю, вряд ли. Может быть, она какая-нибудь там тетушка в итоге. Ну, черт кто знает, на самом деле. Мне кажется, тема с матерью Нокта должна быть раскрыта, потому что, ну черт, про нее вообще никто ничего не говорил. А Гентиана ходит в черном. Не знаю, вот серьезно, это звучит, возможно, реально бредово, я соглашусь, но в интернете реально ходит такая теория. И она же не могла у большого количества людей просто так возникнуть в голове, правда? Точно так же, как с теорией с Никсом, которым типа эфрит. Это, ну не бывает такого. Ну, давай сделаем. Одолейте врага в самой глубине подземелья. Вы упали, что ли? Я не собиралась никаких врагов одолевать. Ват? Что? Хорошая ли эта идея, а? Ну, прекрасно, конечно, что мы нашли данж. Но... хорошая ли идея сейчас останавливаться и идти к нему? К этому данжу. С нами девочка. Мне кажется, ей не стоит выбрать. Я этот данж не зашатаю. Начнем с этого. Где он вообще, этот ваш данж? Я даже не знаю, где он. Он, наверное, где-нибудь тут, кстати, да? А, вот, реально. Ой-ой. Серьезно, вы мне предлагаете туда сходить? Что за хрень? Я не согласна. Я тебя сейчас удивлю. Я уже. Она тоже, да. Смотри, блин, вызови птицу для дамы. Вызови. Смотри, у нее, кстати, такие же цвета, как у Гладио. Ну, в принципе, понятно. Мне кажется, все-таки ехать мочить кого-то в пещеру — это так себе затея, потому что... Я вижу, там блестело, но... не наш вариант. Я-то думаю, что это за... Вот тут, кстати, карбункул у меня на фотке получился. Вот тут, вот в этих краях. А, тихо, подождите. Я, конечно, не упаду туда. Видимо, стенка не позволит, но все-таки. Так, мега-крокодайлы. Ты поплюсь в меня еще тут. Че он там кидает в меня? Поддержка. Замечательно.
え、そうかな。うん、すごいよ、かっこよかった。よく言われます。はいはい、せじだせじ。Вот тут вот он у меня был на камешке сидел на фотке. Вот чё за хрень такая, а? Карбуся, ты где? Карбуся. Карбуся! Нету его, нема. Подозрительное говно. Успей. Испугалась чуку. Так, нам вообще туда. Может, нет, пешком я туда не пойду. Вот подозрительно, что он, блин, на фотках есть, а в игре его, кстати, нет. Хотя вы получите дополнительного этого самого. Где он? Как он вообще? Чё он? Чё вот это за ответвление такое? Может быть, будет какой-то спиророг? Спиророги чё-то как-то... Вот эти самые цепные удары, это, конечно, идея очень хорошая, но... О, она что-то мне дала. Спасибочки, милая. Слушай, давай ты всегда с нами будешь ходить в боях. Че, все умерли? Господи, Рокт, успокойся. Я ж не нажимаю уже ничего. Смотри, к нему подошла, его подлечила. Так, я даже не заметила, получилось ли у меня провести цепных удар, но вроде как нет. Потому что я, серьезно, цепные удары у меня как-то не получается проводить тогда, когда я, например, хочу. Я не знаю механику. То есть у меня как-то оно само всегда получалось. Подожди, а тут точно ничего нет. Это как-то будет, не знаю. Почитать что-то про это где-нибудь. Так. Начинает затягиваться. А? О. Хорошо. Вы не думайте, я, скорее всего, не пойду сейчас в эти... Да иди ты нахрен, господи. Хотя, подожди, только один враг. А там оса какая-нибудь между деревьев застряла. Не заметила настолько, что... В общем, я, скорее всего, не пойду в эту пещеру, но я ее хотя бы открою. Это самое главное. Ну кто тут? Кто? Спиророги! Ни хрена не вижу. Ни хрена не вижу. Господи, как тут драться? Как тут жить? Давай промпт через деревья. Ты у нас глаз алмаз. Где-то, ну где-то там вылетает. Гибкий хвост. А спиральный рог, извините, пожалуйста, мне бы не помешал. Ни хрена не вижу я. Тем не менее, победила. Окей. Ага. Мега Феникс, шикарно. О. Так, ребятня. Разошлись. Господи, не успеваешь с Чокоба слезть, на тебя опять кто-то нападает, поэтому, наверное, бегом. Своим ходом. До этого мы ходили много и долго. Ничего страшного, пробегутся. Так, это что такое? Ага. Мы, по-моему, подходим, да? Смотри, указывает прям сюда. Вообще, конечно, мы поняли, что ориентироваться на обычных мобов в пещерах, в данжах не стоит. Потому что сперва гоблины, а потом хренакая рамуса! Какая-нибудь очередная.
Так, коняки. Она была в рог. Она, по-моему, расстроена, потому что я убиваю лошадей. Но они на меня бы напали сами, потому что они тут дикие. Всякое такое. Все, умерли, что ли? Что-то быстро. Ну, оружие, наверное, работает новое. Давно пора было его купить. Это чуть-чуть это там наверху такое, смотри. Я даже боюсь представить, кто меня там может ждать. Но то, что они мне предложили сюда заехать, это как бы... То есть, как бы... Обрати внимание, Севен, там есть данж. Ты туда, если что, сможешь как-то попасть и кого-нибудь завалить. Или тебя там завалят, что скорее всего. Нет. Я знаю, кто тут будет. Я очень даже знаю. Здесь будет Мальборо, это грёбаная чаща, этот грёбаный лес. Здесь будет Мальборо, и я его не завалю. Но мы можем, по крайней мере, до него дойти и посмотреть, насколько мы никчёмны. Здесь стопудово будет Мальборо. Это будет ад. Это просто такой ад будет. Настолько, насколько это вообще возможно. Ребята, мы помогать-то мне, может быть, будем? Да, ну понятно. Спасибо, отвлечение. Не, если будет какой-нибудь такой непись бегать и меня лечить, было бы неплохо. Но, блин, ребятки, тихо, успокоились. Спокойно, Нокт. Спокойно все. Так, можно сразу, на самом деле, тихо, спокойно. Можно сразу надевать эти, как их звать-то? Ирис тоже, что ли? Уровень один. Почему бы и нет, господи? А, я голосую за то, чтобы сразу начать надевать на себя все, что не прибито. А, лунный кулон. Я не помню, превращает ли Мальборо в жабу. Я более чем уверена, что мы сейчас встретим Мальборо, и это будет звездец. Звездный кулон. От яда. Титановый наруч. От яда. У меня больше вроде ничего нет против яда, да? Увеличивает силу, снижает урон от молнии. Защита от жаб. Я не помню, а вот еще звездный клон. А, яд, конечно, у Мальборо. Что такое? Звездный просто. なんか珍しそうなものありそう。はい。あ、言ったばっかだろ。そう簡単には見つかりっこねえだろ。真面目に探せ。はい。37-го уровня таракашка. Почему бы, блин, и нет? Посмотрите, что будет с Мальборо. Вообще Мальборо боится огня. У меня был меч, кстати, огненный, надо не забыть про него. Вообще... Огонь 2. Вместо моторного вот язык пламени. Спасибо, конечно, но ты меня сейчас увидишь в бою с Мальборо, и ты... Да. Звездец, что меня сейчас ждет? Что вас ждет? Не, ну меня, конечно, ждет больше, чем вас. Хотя... Учитывая, какие вы меня чувствительные иногда бываете. На тупняки вообще. Все возможно. Что еще? Да ладно, все подохнут же уже.
Нет. Тараканище. Начинается. ナイスプロット。任せて。見直したぜ、ノクト。あ。イリス、無事か。私は元気。ノクトは？そっか。俺も全然平気。なかなかジャンプに最適な場所だ。 Ой, смотри, как умер, интересно. Ну ладно, тут было чуть-чуть попотнее, хотя он был по уровню поменьше, чем значительно. Я не хочу сюда. Лагерь, кстати, можно поставить. Ничего себе. Внезапненько. А там что? Ой, меня, наверное, туда смоет, да? Подожди. Голосую за лагерь. Понятно. Вообще, я на самом деле голосую за то, чтобы забабахать какую-нибудь мега убер магию. Да. Придется немножко пожертвовать, конечно. Ой. А, черт. Бывает. Так, и усилитель магии. Я не победю, конечно, по-любому, но я, по крайней мере, попытаюсь. Ослабляет атаку. До 4 раз. Вот это уже интереснее. До 3 раз. Бьет мощнее дальше. Эффект паралича, но это вряд ли сработает. Ча-ча-ча. Не всегда срабатывает. Нахрена он нужен тогда? Дважды. Можно... Вот, да, вот это вот. Я хочу прям 5 раз, чтобы прям было. Ну или до 3 раз, кстати, хотя бы. Дважды. Дважды. Одновременно наносит урон заклинателю. Нафига это надо вообще? Дважды. Эффект яда не вариант. Дважды. Топот, кстати, интересно. Ослабляет атаку. Вот, вот до 4 раз. Вот. Хотя это земной самоцвет. Блин, это расточительство. А есть там еще что-нибудь на 4 раза? Во. Ага, там катаблепос. Дважды, до 3 раз. Стеклянный самоцвет мне нужен. До 5 раз. Хотя, блин, гидравлический цилиндр мне наверняка пригодится где-то в крафте. Внезапной смерти. О, прикинь, сработает, господи. Очень вряд ли, конечно. Но надежда-то должна быть хоть какая-то, правда? Так, Не, лесу, кстати, классный. Я предлагаю здесь схорониться и, в общем-то, сожрать самое мощное вообще, что есть. Не просто так тут, на самом деле, лагерь стоит, потому что там стопудово Мальборо. Я вот под... Я вангую там Мальборо. И это самая отвратительная вещь, которая только... Какая только есть вообще в мире Final Fantasy. О, короче, фу. И, в общем-то, я предлагаю здесь, на самом деле, остановиться и в следующей серии продолжить. Посмотрим, как далеко мы сможем тут пройти, на самом деле. И, в общем-то, сейчас что-нибудь жахнем, что-нибудь самое убер мощное. Ос. Чё-чё-чё на 30%? Шанс крита. Неплохо, конечно. Ну, не знаю. Смотри, у нас у всех повысится шанс крита на 30%. Еще и у Гладио повысится за счет того, что это его любимое блюдо. Вообще, я, конечно, атаку увеличила бы там где-нибудь... увеличит полученный опыт на 20%, ничего себе. Ну, черт с ним, с опытом, мне главное убить это чудовище, на самом деле. Где-то тут у нас что-то прям было, помните, на...
На атаку там что-то, что-то прям плохо было. Нежный фунтовый кекс. О, Игнис у нас сладости любит. Так, магическая защита на 200. Защита на 200. Вот-вот я вот хочу вот это, если честно. А вот это что такое? Ой, да ну в жопу. Вот это. Я голосую за вот это. За кексы. Я голосую за кексы в лесу. Здоровье на 1000. Магическая защита на 200. Мальборо впереди. Боже мой. Как он вот этот... Гений, просто гений кулинарии. В лесу сварганить кекс. Геймеры. Кстати, писали где-то там любимые занятия персонажа, то есть хобби такие. Я уж не помню, что там у кого было, но вот хобби у... Может быть, кстати, как раз таки были типа у Промпта фотография, бла-бла-бла. А у Нокта, я помню, было хобби получать максимум ачивок в играх. Жалко, это сейчас нигде не упоминается вообще ни разу. Умак торетер на. Сказать. Отличный кадр. А, тут миленькая. Это вообще непонятное что-то. Это, конечно, весело, но не настолько. Это вообще странно. Не знаю. Это, конечно, забавно, но не настолько. Я не знаю, Мальборо. Жопа. Отличная погода. Ладненько, ребятки, давайте здесь остановимся. Как я сказала, продолжим в следующей серии. Вангу, Мальборо, вот стопудово. И, в общем-то, надеюсь, что эта серия вам понравилась. В принципе, она была довольно яркой. Че вы так в полуприседе-то стоите? Чуете жопу, да, которая впереди нас ждет? Я тоже. В общем-то, если вам понравилось... Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, как я говорила уже много-много раз. И не забывайте, пожалуйста, про группу ВКонтакте, где у нас выставляются новости, благодаря которым вы сможете узнать, что и как у нас на канале происходит и будет происходить. Все, ребятки, всем до встречи в следующей серии, где нам будут делать больно. Все, всем пока.